кошачья душа потемки. И сколько бы кошка ни мурчала, уютно пригревшись на руках, никогда не знаешь, в какой момент и почему она нагадит в тапке. В отличие от собак, безответно преданных и готовых ради любимого хозяина на все, кошек заставить выполнять требования человека практически невозможно. Известный кошачий дрессировщик Куклачев, раскрывая секрет своего успеха, говорил, что ему удается добиться чего-либо от своих подопечных только в том случае, если они сами этого захотят. Если кот выполняет сложные трюки с прыжками через кольца, это лишь потому, что он в принципе любит прыгать. Такой способ дрессировки семейства кошачьих не нов. Начинала его использовать еще в первой половине 20 века наша знаменитая землячка Ирина Бугримова. Чтобы дрессировать льва, говорила выдающаяся укротительница, нужно превратиться в него самого. Отношение к животному, как к равному, как к партнеру, именно такого метода придерживалась Бугримова. Позже его начнут называть гуманной дрессурой, противовес варварским способам, которыми пользовались дрессировщики животных вплоть до конца 19 века. Почти за 40 лет, которые Ирина Бугримова проработала с царями зверей, она ни разу не ударила ни одного льва, а их у нее было за все время почти 70. Иногда говорят, что львы заменяли дрессировщицы детей, ведь всех их она буквально выненчила с ясельного, выражаясь человеческим языком, возраста. Лев, котенок, малюсенький, его только от мамы оторвали. С ним начинаешь его сначала приручать, чтобы он тебе привыкал, чтобы он был знаком с тобой, потом уже дрессура начинается. Ирина Бугримова завоевала всесоюзную славу как укротительница львов. Но немногие знают, что начинала она свой цирковой путь совсем не с хищников. Хотя база для этого была заложена еще в детстве Бугримовой. Ее отец был известным в Харькове ветеринаром. Нередко лечил животных на ипподроме и в цирке. А сама Ира с 12 лет часто ассистировала ему при операциях. Однако на заре своей жизни Бугримова пошла скорее по пути матери, которая блестяще играла на фортепиано. Ирина поступила в музыкальную школу и в балетную студию при Харьковском оперном театре. Она была, во-первых, я еще говорю еще раз, с детства очень творческим, видимо, ребенком. И я слышал сам ее рассказы, как она в детстве занималась искусством, начинала. И потом она начала заниматься спортом. Спорт поглотил Бугримову без остатка. Она бегала, прыгала, занималась мотоспортом, играла в русский хоккей и даже стала чемпионкой Украины по толканию ядра и метанию диска. Мотоспорт свел Ирину с гонщиком Александром Буслаевым, который впоследствии стал ее мужем. Вместе они и создали свой первый цирковой аттракцион – полет на санях из-под купола цирка. Это был спортивный такой жанр, я бы сказал, даже, но там ничего не зависело от артиста. Это был точный расчет механический, когда сани выверялся вес реквизита, вес артистов, траектория. И они должны были совершить полет такой с сальто-мортале. Ну, опасно, интересно, захватывающе. Несмотря на то, что аттракцион пользовался бешеной популярностью у зрителей, Бугримова его не любила. В нем ей не хватало творчества. И тогда она решила заняться дрессурой. Нет, не львов, а лошадей. Так появился номер «Высшая школа верховой езды». А в 1937 году управляющий цирками Александр Данкман осознал, что советскому цирку просто необходима первая женщина-дрессировщица. Ею стала, как вы уже догадались, Ирина Бугримова. Своих первых львят она назвала Кай, Юлий и Цезарь. Ирина Николаевна из своего выступления на манеже делала настоящий спектакль. Она создавала такой образ в манеже. Казалось бы, хрупкая женщина. Она выходила в манеж, и ей подчинялось все. Это был, можно сказать, театральный спектакль, где животные играли тоже свои роли. Потому что один был более агрессивный, хотя это тоже было отрепетировано. Другой был
лентяи, там третий еще какой-то. Каждый лев имел свою какую-то черточку характера, которую дрессировщица подчеркивала в выступлении. Со своими невероятными по сложности номерами Ирина Бугримова объездила полмира. Ей рукоплескали Болгария, Польша, Иран, ГДР, Мексика, Япония. Одним из самых ее известных номеров был «Львиный ковер». Цари зверей укладывались в ряд и позволяли своей хозяйке растянуться на их пушистых спинах. Вот такое впечатление, что она ныряла в океан этот. И она каталась по ним, она их трепала за гривы. То есть любой трюк, который она делала так, что повторить это буквально вот как она сделала, практически невозможно. Также она запомнилась зрителям номерами «Лев на мотоцикле», «Кресло смерти». Ей даже удавалось уговорить своих питомцев прыгать через огненные кольца. А как у нее шел лев по канату, высоко натянутым двум канатам шел лев. Это она первая сделала. И сегодня на такой высоте, и так львы не ходят ни у кого. Подъем льва на качелях вместе с дрессировщицей. Причем тот кач, сегодня многие повторяют этот трюк. Но нету ни этой высоты, нету этой амплитуды. На выступлениях бросалось в глаза редкое мужество укротительницы. Неоднократно Бугримова заканчивала представление в полуобморочном состоянии, украдкой стирая выступившую кровь, чтобы зритель ничего не заметил. Но иногда не заметить было невозможно. Однажды во время номера «Качели» лев как будто бы слегка прикусил Бугримову за коленку. Номер она дорабатывала, истекая кровью. Когда рану осмотрели врачи, вопрос стоял об ампутации. В другой раз лев зацепил лапой лицо дрессировщицы. С половины лица была содрана кожа, глаз залит кровью. Бугримовой пришлось сделать пластическую операцию. А в 1955 году один из питомцев укротительницы решил поиграться. В ответ на взмах рукой Бугримовой он тоже взмахнул лапой. Три пальца повисли на сухожилии. У нее был такой золотой браслетик. Не браслетик, как кольца такие, но они были все соединены, это было незаметно. И вот одним пальцем, за счет вот соединенных этих колец, она могла вот кистью руки что-либо делать. Она была вся порвана хищниками. Но если с грозными царями зверей Бугримова, несмотря на все сложности, ладила, то с мужчинами дело обстояло по-другому. Не попался ей человек, способной быть рядом с сильной женщиной. Оба ее мужа были харьковчанами и циркачами. Причиной расставания с первым мужем, Буслаевым, стало его пристрастие к спиртному и женщинам. А вот второй супруг, акробат Пармякин, не выдержал, что жена успешнее его. Детей у Бугримовой не было. По одной версии, просто все ее время занимали репетиции и гастроли. По другой, стать мамой помешала одна из полученных во время выступлений травма. Неудачная личная жизнь – беда многих творческих людей. Но вот другой напасти артистов – бедности – Бугримовой удалось избежать. После войны Ирину Николаевну, уже успешную, известную циркачку, приглашают в Москву. Выделяют квартиру в элитной сталинской высотке. Зарплата у Бугримовой была по тем временам просто баснословной – 1000 рублей. Бугримова могла себе позволить многое, недоступное простым советским гражданам. Новые машины, дачу, дорогую одежду. А о коллекции драгоценностей Бугримовой до сих пор ходят легенды. В свой родной город Бугримова возвращалась многократно. Приезжала на гастроли, по работе и просто так, в гости. Она обычно сидела на представлении в директорской ложе. По ходу представления между номерами выбирал паузу и объявлял: «Дорогие друзья, сегодня на нашем представлении присутствует наша землячка-харьковчанка, герой социалистического труда, народная артистка Советского Союза Ирина Николаевна Бугримова». Она поднималась, на нее направлялись пушки, она раскланивалась залу, а зал грохотал. Последнее свое выступление Ирина Николаевна Бугримова дала в 1976 году во Львове, в городе Львов,
год смерти своего первого мужа. Она до последнего оставалась в форме. У нее и фигура, и физическое ее состояние было идеальное. Вот женщина в 66 лет, она выглядела в манеже. Она не поменяла свой стиль работы, она выходила в обтягивающем трико. Действительно, при сильном, почти мужском характере Бугримова умела подать себя как настоящая леди. Она всегда блистательно выглядела, одевалась со вкусом и обязательно была на каблуках. Величина мирового масштаба в цирковом искусстве Ирина Бугримова, даже оставив сцену, не могла оставить любимое дело. Она активно занималась общественной жизнью. Ни одно значимое событие в отечественном цирковом искусстве не происходило без нее. Умерла Ирина Николаевна Бугримова в 2001 году, в 90-летнем возрасте от сердечного приступа. Память о знаменитой землячке харьковчане назвали именем Бугримовой площадь перед новым цирком. По первоначальной задумке управляющего цирками Александра Данхмана, Бугримова должна была стать первой в мире женщиной-укротительницей леопардов. Но Ирина Николаевна отказалась. «Уж если укрощать, — сказала она, — то давайте мне царя зверей». Львы не зря получили свое второе название. Животные своенравные, они могут принять только равного себе. Может, Бугримовой помогло ее дворянское происхождение, а может, она просто от природы была наделена даром правителя. Обладала чувством гордости, справедливости, а главное – уважением к окружающим. Чем самодостаточнее человек, тем легче ему принять свободу другого существа. Вероятно, именно за эти качества укротительницу царей животного мира прозвали «королевой цирка».